встречу. Дурацкий. Если залетел, значит не дурацкий. Погодные условия, ну, естественно, я ошибся. Не снимаю себе ответственность, подвел команду. Команда поддержала. Да, все люди, все ошибаются. Всякое бывает. Насколько сегодня важно вообще было набирать очки в матче с такой командой? С какой такой? Ну, который идет на предпоследнем месте в таблице. А мы чем-то лучше, нет? Наверное, раз выйдете на 16. Ну, по составу, по финансированию, стадион. Я не считаю, что они хуже нас. Просто сегодня мы не смогли проявить свои лучшие качества. Уфа обыгрывает «Спартак» и «Зенит», но проигрывает «Оренбург» и «Ахматов». На наш взгляд, в чем причина? Настрой? Да нет, почему настрой? Ну, говорит, разные матчи, разные соперники, поэтому разная тактика. Сегодня первый тайм они играли лучше, второй тайм играли лучше. Но не смогли забить, хотя у нас были моменты. Вопрос не по игре. 10 октября футбольный клуб «Уфа» сыграет с любителями, которые участвуют в проекте «Реальный футбол». Как относитесь вообще к этой затее? Это точно не ко мне, это к Тартышному вопросу. Ну а если вы выйдете в основе, будете заряжены по полной? Если выйду, буду заряжен. Спасибо, удачи.